Всем привет! С вами Андрей Галтеев. Вы смотрите программу News Time на канале Bridge TV. Друзья, мы поздравляем вас с Новым годом! Сейчас самое время подвести итоги, а также увидеть поздравления от мировых знаменитостей. За прошедший год жизнь на мировой музыкальной сцене бурлила событиями. Звезд захлестнул флешмоб с обливаниями ледяной водой в благотворительных целях. Королева поп-музыки Мадонна грозилась выпустить модный альбом, который в итоге был похищен даже до его анонсирования. Одним из самых громких дуэтов стала работа от вернувшейся Шакиры и Рианы. Эта песня сочетает рок и регги, и я подумала, что Риана подойдет отлично. 30 Seconds to Mars во главе с Джаредом Лето покоряли стадионы по всему миру в фантастических количествах. Чего не скажешь о Сае. Недавний рекордсмен Ютуба в прошлом году выпустил по меркам предыдущих работ провальный дуэт со Snoop Dogg. Открытием же года стала Кайза. Хит «Hideaway» звучал отовсюду, а девушка шла к успеху долго. Я никогда не боялась пробовать что-то новое. Я пела в группе рок, метал и даже джаз. Ветеран танцевальной сцены Дэвид Гетто не побоялся весь год колесить по танцполам мира, а под конец выпустить альбом «Listen». А Ники Минаж не уставала эпатировать публику и, несколько раз перенося выход долгожданной пластинки, разродилась лишь под конец года. Все, что я могу сказать, это то, что она встряхнет вас, как американские горки. Это то, что я ощущаю, когда слушаю эти песни. Встряхнула фенов и Гвен Стефани. Вокалистка No Doubt начала возвращение на сцену после перерыва. А значит, грядущий год грозится стать не менее захватывающим. 2014 год стал крайне насыщенным по числу приездов в Россию мировых музыкантов, которые с радостью делились своими новостями со зрителями канала Bridge TV. Например, одним из недавних гостей стала легендарная группа Roxette. Культовый шведский дуэт Roxette праздновал свое 30-летие. Все проблемы группы остались позади. Наша группа обладает фантастическим каталогом песен, которые любят люди по всему миру. Иметь такое число хитов не так просто. Hi, this is Per from Roxette. I just want to say с Новым годом on Bridge TV. What's up, people? This is Matt Con. С Новым годом! Bridge TV. We just want to say thank you to all our beautiful fans out there. Ready, set, go, it's time to run. Hey, we are Tokyo Hotel. Happy New Year, Bridge TV, and thank you very much to all the Russian fans for your support. We hope to see you soon. And I wonder if you know. Анастейша из 2004 года возвращается и дает всем жара. Анастейша, поправив за прошедший год здоровье, полна сил. Певица объявила о мировом туре и поздравила Bridge TV. Hey, Bridge TV, it's Anastasia. Happy New Year. Have a very healthy and super awesome 2015. Дорогие зрители Bridge TV, с Новым годом! Я Александр Рыбак, я с вами. Видите, как я с вами? И поздравляю вас с Новым годом, желаю вам самого-самого наилучшего. What's up, it's your neighborhood Pusha, Pusha T. Happy New Year, Bridge TV. Yeah! Ну а всех фанатов тяжелой музыки в прошедшем году ждали концерты героев рока Skillet, Hollywood Undead и Enter Shikari. Hey, this is John with Skillet. What's up? We're Hollywood Undead. What's up? We're Enter Shikari. С Новым годом, Bridge TV. С Новым годом, Bridge TV. С Новым годом, Bridge TV. We love you. В 2014 году мировые звезды привлекали к себе внимание всеми возможными способами – новыми хитами, скандалами и, конечно, социальными сетями. Кто стал самым популярным в Твиттере, Инстаграме и не только – сейчас расскажем. Канадская звезда Джастин Бибер весь год не вылезал из неприятностей и первых полос прессы, заодно отметившись в чарте самых актуальных мировых видеоклипов топ-10 на Bridge TV и став самым популярным певцом в Твиттере. На странице Джастина Бибера более 50 миллионов подписчиков. А Инстаграм покорила еще одна неспокойная знаменитость – Канье Вест. Виной всему на этот раз не скандалы, а свадьба с Ким Кардашьян. Фото со свадьбы набрало целых 2,5 миллиона лайков в Инстаграме.
А девиз «Как лодку назовешь, так она и поплывет» в случае с Кэти Перри не сработал. Видео Dark Horse, что переводится как «Темная лошадка», в год лошади стало самым просматриваемым клипом на YouTube, собрав почти 800 миллионов просмотров. Я никогда не планировала, что эта песня станет синглом, а в итоге эта песня стала одной из самых успешных. Не ожидала, что людям настолько понравится трэп-музыка в моем исполнении. Ну а увидеть итоговый чарт самых актуальных мировых видеоклипов за прошедший год вы можете в программе ТОП-10 на канале Bridge TV. Тем временем французская легенда Шарль Азнавур в прошедшем году отметил свой 90-летний юбилей и готовился к большому концерту в столице весной. Я учитываю, что одни песни популярны в одной стране, а другие в другой. Вот в чем для меня разница в публике. Я желаю счастливого Нового года и Рождества всему российскому народу и всем семьям. Hello, we are Radio Killers. Новым годом, Bridge TV. See you soon in Russia. What's up, guys? Lindsay Sterling, с Новым годом, Bridge TV. I love you guys, and thank you so much for supporting my music. На рэп-сцене в минувшем году Exhibit и Берил и Cypress Hill представили свой совместный проект Serial Killers. Я рад быть в Москве. Serial Killers – крутой проект. Я люблю Россию и люблю приезжать к вам с гастролями. Hi, with the Guano Apes. Happy New Year. To you, с Новым годом, Bridge TV. With the Guano Apes. Happy New Year to all of you. Hi, Bridge TV. I'm Lexter. С Новым годом and Happy New Year. Бывший участник культовой группы Юрай Хип Кен Хэнсли отыграл тур и готовил свой новый альбом. Думаю, что после того, как я закончу тур по России, я немного отдохну и начну записывать новые пластинки. Hi, this is Ken Hensley. С Новым годом, Bridge TV. Hello, I'm Sky from Mochiba, and I'm wishing you a Happy New Year. С Новым годом on Bridge TV. Друзья, мы поздравляем вас с Новым годом и присоединяемся ко всем поздравлениям. Самые свежие видеоклипы вы всегда можете увидеть в эфире канала Bridge TV, а последние музыкальные новости в программе News Time. С вами был Андрей Галсеев. Пока!